Заходим в ваш любимый телеграм-канал с музыкой. Ссылку на свой я обязательно оставлю. Нажимаем долгим нажатием на песню «Еще». И значок «Поделиться» посередине. Из предложенных вариантов выбираем ваш любимый видеоредактор. Иншот. Заходим. И здесь будет написано «Успешно сохранена в папке. Полученная музыка». Открываем видео, песни, и вот здесь вот будет самой первой дорожки. Включаем песню, выключаем обязательно на видео звук, вот так, оп, выключили, и готово, как-то так.